она будет заиграть как фоном той музыки, которая будет вот. Сцена называется «Анита собирает шкатулку». Нет, я просто ее собирала, я быстрее уже. Ну, сейчас я наклею вам. По машинам ручка. По сценарию тебя, к сожалению, нет в этом кадре. Раз, два, три, оп. Все троем валяйтесь вот так же. Шикарно, балуемся, балуемся. Хе-хе-хе, у нас счастье. Собаку не поломайте, да? Сиди. Сучка. На-на-на-на-на-на. Держи, держи, на. На-на-на, хелпи, хелпи. Зови его, начали. Хелпи, хелпи, хелпи. Хелпи, хелпи, давай, хелпи, ко мне. Help. 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 На палку, палку, help. Help. Сюда, к нам, сюда. Включаем режим котики, да. Поднимаешь взгляд. Раз, два, три. Начали. Хорошо. Класс, отлично, молодцы. Просто милота. Пошли. Обещаешь ей поездку в Дубай? Сколько этажей будет ваш дом? Как будут звать первую девочку? Несмотря на то, что первый будет пацан. Мурлыкаем, зайчики мурлыкают. Угу. Это же первый танец. Вот, ты отлично ее чмокнул. Сейчас там у меня бабушка шла мимо. Приготовились. Еще раз. Давай, на этот, но по моей команде я солнце поймаю. Раз, два, три, чмок. Я чмок пропустила. Еще раз считаю. Раз, два, три, чмок. Я не пропустила. Давайте носики. Ой, я сказала. Любимое дело, повозюкать, да? Позамазюкать сейчас будет. Ты должен вот так. Вот это как ты умеешь, ну ничего себе. Прям. Ты прирожденный художник. Смотрите, вот это все он нарисовал. Анита так высокохудожественно умеет мазюкать, что мы ее берем теперь в команду мастеров по смешиванию красок. Обращайтесь. Для Багра. Я хлеб все могу. Художник. К станку. Да что, вот в этом месте прям фокус. Вот, да. Баграт стягивает покрывало. Раз, два, три, оп. Да я говорю, что сейчас он летает. И друг на друга, друг на друга. Просто на него. Че же? Да беги. Он не уже бежал. Ты вытаптываешь снег, как настоящий ассистент. Супер. Счастливые, испуганные. Да, да, на меня не смотришь. Только муж есть и собака твоя. Да, и двое детей дома ждут. Уже двое? Ну, пока двое, а там... Вова, так сладкие. Да. Баграт, собака. Короче, довели мы Багратика. Заказывайте Love Story у нас. И будет вам счастье. Ваши жены будут растирать вам поясниц. Я снимался 10 минут. Сниматься еще, да, и не начали. Но уже первые травмы на производстве. Насколько мы вас замучили, расскажи мне. Очень сильно. Чуть-чуть, да. Очень отлично, мало. Значит, вы хорошо поработали и будет, да, классное кино. Если бы так на расслабоне все сделали, то было бы ерунда, я вас уверяю. С вами точно нормально. Всем привет из Поляны. Привет! Хе-хей.